Обычно в Центральной районной библиотеке полно людей. Здесь проводятся выставки, концерты и театральные представления. В настоящее время работать в штатном режиме невозможно. Пока все остаются дома, сотрудники библиотеки реализуют свои проекты онлайн. Ежедневно мы выкладываем в наши соцсети достаточно разнообразные ролики. Эти ролики собраны в рубрики. Рубрики специально мы придумали отдельно. Они совершенно разные. Есть развлекательные, есть познавательные. Всего в данный момент в социальных сетях можно найти около 7 различных рубрик. Одна из них – «Прочитай». Из названия легко догадаться. В роликах сотрудники библиотеки рассказывают о художественной и научно-популярной литературе, а также делают обзор последних выпусков различных журналов. Всегда интереснее узнать, так сказать, из первых уст о какой-то книге, да, получить живой эмоциональный отзыв, нежели просто почитать его на каком-то сайте в интернете. Журнал «Родина» – ну, это главное открытие и пристрастие мое личное с этого года. Популярный исторический журнал. Его нужно читать от корки до корки. Великолепный стиль, содержание, изложение, фотографии. Ну, прекрасно все. Пространство «Библиоарт» существует в библиотеке и в режиме офлайн. Для гостей читают лекции о художниках, проводят мастер-классы по изобразительному искусству. Этот проект продолжает работу и в настоящее время в формате видеолекций. Одна из последних была посвящена знаменитой работе Альбрехта Дюрера. В 1514 году создана эта гравюра. И почему меланхолия? Да? Это, как мы знаем, один из людских темпераментов. Помимо познавательных сюжетов, сотрудники библиотеки выкладывают развлекательные ролики, так называемые библиоляпы, а также призывают читателей поддерживать форму, выкладывая видео с тренировками. Я думаю, что мы будем продолжать придумывать какие-то новые рубрики для наших читателей. Пожалуйста, заходите на наши соцсети, смотрите, радуйтесь и улыбайтесь. Александра Столярова, Ольга Садовская, «Видное ТВ».